видископ. У нас большие экономические проблемы. Сейчас у нас даже такие совершенно, казалось бы, примитивные вещи. Сейчас у нас будет регулярное отключение света по разным регионам. Как это отразится на баскетболе? У нас будет идти игра в каком-то Николаеве или там в Ивано-Франковске, дай бог, клуб останется. Нет света. Да, то есть такие какие-то простые организационные вещи, которые будут очень больно бить по организации. Поэтому сегодня надеяться на то, что кто-то будет заниматься популяризацией с точки зрения, ну я имею в виду не баскетбол, а лигу, популяризации лиги, наивно. У клубов нет денег на это, клубы истощены. В стране нет возможности. И на самом деле, может быть даже где-то это правильно, потому что ну, у нас по стране там, средняя зарплата человека, но она настолько несопоставима с теми вложениями, которые вкладывались в баскетбол, вид спорта, не популярный в стране, что сегодня нам нужно просто сосредоточиться на том, что у нас есть, что хорошее у нас есть. Дай бог, у нас изменится общество. Появится больше людей, которые имеют свой честный бизнес, которые будут готовы вкладывать деньги в то, что им интересно. Тогда можно будет говорить о развитии баскетбола. Ну, конечно, я думаю, что это вопрос ни одного, ни двух лет. А пока что у нас задача сохранить сборную, которая у нас есть. Задача сохранить чемпионат в каком-то виде. Да. Задача сохранить игроков, их работу. Витископ. Спортивное видео.